Британский Хуракан МК-2. Би, труп или трап с рейтингом 2,3. Отличный как для новичка, так и для бывалого. Имеет уникальность в том, что есть у него 12 пулеметов Браунингов 7,7 мм с боезапасом в 4200 штук и достаточно неплохой маневренностью в 17 секунд, что позволяет быстро и с комфортом убивать всех, кто есть у вас на пути. Главное, не нападайте на Жуковского. Этот парень вас приземлит, перевиражит и заставит пойти в ангар. Всех остальных можно пробовать на вкус. Для большей маневренности есть закрылки бой, и до 280 км можете смело использовать. Будет писать, что мол закройте, но не отрывались у меня. А вот больше уже есть шанс отломать их. Форсаж тут есть. Но если долго в виражах, вверх лететь или просто кружлять, начинает греться вода. Поэтому посматривайте на градусы, чтобы не было вам сюрпризов. Скорость у него, правда, страдает, на низах кое-как до 410 км разгоняется. И динамика падает примерно где-то на 350 км. Поэтому самых проворных и тех, кто спикировал с высоты и пожелал улететь, помешать не сможете, даже не пытайтесь. Также часто он терпит много урона, и противнику приходится потратить неплохой боезапас, прежде чем его убить. Но иногда пару попаданий самолета делает его небоевым, и виражность падает. Так что не старайтесь в лобовых переиграть. Немного пальнули и уворачивайтесь, в вираже вы его расстреляете. Из подвесов тут две бомбы по 250 фунтов и 6 неуправляемых ракет с названием RP-3. Честно скажу, пару бомб можно взять, если нужно больше опыта, а вот ракеты на любителя, поскольку ими надо целиться прямо в противника, для меня это сложновато. Ну, по сути, подытожим. Имеет неплохую маневренность, но не лучшую помнить надо. Также через верх не самая лучшая идея бодаться с противником. Может пережить пару попаданий, имеет много пушек, плохая перекладка рулей. Есть закрылки бой до 280, можно юзать. Форсаж не быстро греется. Далеко не самый быстрый, конструкция ломается при 660 км в час. Есть подвесное, пару бомб и пару нагров. Не густо, но они есть. На этом вроде все. К данному самолету долго качаться не требуется, поэтому можете поиграть на нем каждый и потом рассказать свои ощущения о нем в комментариях. Подписывайся на канал, ставь лайки, всем пока!